носа пели в две дыры. Да только в этот час по радио шла агитация на выборы. Голосование дело личное, и чтоб осталось как-то в памяти, вот мы и выпили столичную с Анютой за места в парламенте. Кричат, наступит жизнь прекрасная, уйдет в отставку власть бумажная. А мне что белое, что красное, да лишь бы только неботяжное. Все заживет, все образуется, на клумбах зацветет камелия. А мне что дома, что на улице, палец приходится с похмелья. Я как мужчина поднимающий поворошил немного прошлое. Мы раньше били как товарищи, а сейчас как господа хорошие. Не баловали нас банкетами и в финских саунах не парили. Зато раз в месяц да пакетами, глядишь, мясными отоварили. Кричат, наступит жизнь прекрасная, уйдет в отставку власть бумажная. А мне что белое, что красное, да лишь бы только не подтяжное. Все заживет, все образуется, на клумбах зацветет камелия. А мне что дома, что на улице, болеть приходится с похмелья. Защищала Русь с трибуны дама деликатная. Да у меня Анюта, блин, клянусь, такая же одномандатная. Мы не ходили массы с криками и не лепили дом портретами. Мы шли на выборы за книгами, да за дешевыми конфетами. Когда наступит жизнь прекрасная, когда же власть уйдет скандальная, когда же белое и красное, все будет только натуральное. Когда же духа образуется, когда же зацветет камелия. Когда же дома и на улице болеть не будет со похмелья.